Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео хотелось бы обсудить вопрос, который интересен людям, работающим в интернете. Кто такой хороший рефер? Некоторые считают, что это тот, у кого высокий процент по рефбеку. На первый взгляд выглядит неплохо, но это преимущество ощущается только при относительно высоком доходе рефералов. Если же его заработок небольшой, то рефбэк не очень заметен. Другие ценят интересные и высокооплачиваемые задания от своего рефера. Действительно, есть такие люди, которые целенаправленно поддерживают свою команду. Но будем реалистами, если у человека несколько десятков, сотен рефералов, то ему нужно создавать сотни и тысячи заданий, чтобы они могли заработать. А это очень сложно. Например, мой рефер не является активным рекламодателем. Лично я убежден, что хороший рефер – это тот, кто заинтересован в успехах своего реферала. Он смотрит на него в первую очередь как на коллегу, а не на источник дохода. Такой рефер с готовностью тратит время на обучение своей команды. Он не боится делиться опытом. Такой рефер готов читать письма от своих рефералов, отвечать на их вопросы. Конечно. Ради справедливости стоит признать, что у такого рефера не будет сотни рефералов, поскольку невозможно в день общаться с сотнями людей. Но его команда будет активной, и люди, которые в ней находятся, будут компетентными. Эти рефералы смогут приносить долгосрочный доход. И поскольку они обучены, то, скорее всего, команда такого человека будет заинтересована в продолжительном участии в проекте. Ну или говоря простым языком, у такого рефера не будет так называемых мертвых душ. То есть рефералов, которые числятся, создают статистику, но не являются активными участниками проекта. Лично я убежден, что такой подход является самым эффективным. Хотя, конечно, над рефера требует своего рода самоотверженности и готовности помогать другим. Но это и есть сотрудничество. Кстати, если вы заинтересовались информацией из видеоролика, то я приглашаю вас к сотрудничеству. Я зарегистрирован на сервисе активной рекламы SEOFAST. Если у вас уже есть аккаунт на этом буксе, то вы можете найти меня через страничку поиска. Заходите на свою личную страничку, видите, вверху есть строка поиска. Туда вбиваете мой ID или логин. Их было видно, в том числе как и адрес, который я отображал во время этого видеоролика. Если же вы не зарегистрированы на этом сервисе, то снизу есть ссылочка в описании. Кстати, там есть ссылочка на мой ID и на логин тоже, если надо скопировать. То милости просим, регистрируйтесь. Также будет интересно и от вас узнать какие-то идеи, ну и мнение по этому вопросу. Возможно, у вас есть свои взгляды на хорошего рефера. Мне будет интересно их услышать. Большое спасибо, что просмотрели этот ролик. Желаю вам успехов и всего хорошего. До новых встреч на YouTube.